Забег, поднятие гири, перетягивание каната, сборка и разборка автомата. В Парке Победы прошел «Зов предков» – мероприятие, которое организовывают неравнодушные жители Ставрополя в поддержку бойцов специальной военной операции. Здесь участвуют все желающие абсолютно добровольно. Они регистрировались на сайте, все ребята, которые хотят, и спортсмены, и детские коллективы спортивных клубов. У нас много кто хочет участвовать. Как пробежали? Ой, ну, учитывая мою подготовку, на данный момент я не готовился совершенно. В принципе, я доволен собой. Я поставил себе цель добежать за это время в определенном темпе, и я ее выполнил. Вот. В принципе, даже в первой там десятке ребят, которые действительно занимаются, тренируются, отлично прошло, просто море эмоций. Просто для меня это шок-контент. Давно в таком не участвовал, очень зарядило позитивом меня. Узнав о мероприятии, в Ставрополь из Дагестана приехал рекордсмен силач Омар Ханапиев. Но он уже второй раз участвует в акции, говорит, что в нашем крае чувствует себя как дома, поскольку объездил с выступлениями почти весь регион. Это, наверное, от природы, наверное, по-другому не получается, потому что очень много бывает спортсменов, которые, как я, руки. Ну, там есть кое-какие моменты, которые я делаю, не получается у них. Мне 28 марта исполнилось 60 лет, из них 45 лет в спорте. Он много раз устанавливал мировые рекорды, тянул зубами корабль, самолет, поезд. Недавно вернулся из Мариуполя, где выступал перед солдатами. Говорит, что невозможного нет, и дает советы молодежи. Не надо поднимать зубами гири. Зубы один раз даются. Есть много видов спорта. Посмотрите сегодня именно Ставрополь. Столько спортивных залов. Я захожу, иногда они полупустые. Молодежь сейчас основной на телефонах сидят, слабые, физика нету. Это плохо. В наше время мы даже в футбол играли. Тряпочный был у нас, мячик не было. А сегодня, посмотрите, все условия есть. В парке также развернули полевую кухню и почту. Каждый мог написать письмо на передовую. Мы просто мимо проходили, заинтересовало. Сразу военная техника, обратили внимание. Младшему ребенку очень интересно. Вот, и решили детки нарисовать подарки нашим солдатам. Привет из дома, чтобы поблагодарить их за их мужество, за их силу, за то, что они сейчас там отстаивают нас. Это очень большой вклад в нашу историю. В этот день также открыли городской парк. Парковый сезон, отметили годовщину образования промышленного района Ставрополя и наградили грамотами и благодарственными письмами его жителей.